Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей, мы играем в Майнкрафт, проходим квест убежища, вот так выглядит моя первая закладка. Так, мы подошли к очень важному моменту, мы можем Wither Skeleton Seed вывести, что очень хорошо. Я для этого уже собрал все головы, где тут они, а, вот, доделалась последняя. Это зомби-электрод какой-то и два The Logic контроллера. Вот, и при соединении с Soul Sand'ом, что там у нас, Soul Sand 3, а надо 4. Сделаем, не проблема. Так, мы получим Wither Skeleton Seed, который, собственно, надо будет потом вырастить. Так, ну ладно, зачтем. Давайте квест. Так, ну, голову, конечно, я выберу. Так, хорошо. Дальше смотрим. Окарнисист. Окарина. Ну, это, наверное, что-то тоже типа музыкальное. Это я, видимо, когда-то не доделал. А ну-ка. Окарина. Тут тоже разные есть. О, есть. Отлично. Так, ну, нотку возьмем, наверное. Так, есть. Дальше. I can fly. Fly with no cost at all. Angel ring. Ну, Angel ring мы можем сделать, наверное, да? Так, а ну-ка, давайте посмотрим, что там еще. Так, земля. Это собрать. Ага, то есть мне тут нужно ритуал провести и землю собрать. Хорошо. О, кстати, у меня открылось вот что. У меня этого раньше не было открыто. Так, сид тоже я, получается, сделал. Нужно 3 Wither Skeleton Skull. Но их, наверное, надо выращивать, я так понимаю. Да, так что, наверное, я пока сделаю из этого... сделаю вот это. Так, тут можно Nether Star генератор сделать. Крутая так-то вещь. Вот тебе Nether Star даже можно сделать. Slice and Spice. Так, сделаем-ка мы лучше вот что. Так, а что там не хватает? А, сундуки нужно сделать. Ну, давайте и сундуки тогда сделаем. Так, вот эту всю часть пока заберем отсюда, ладно. Чтобы ее потом не потерять. Да хотя, что я ее потеряю-то? Так, вот, голову оставим лучше на всякий случай. Так, что там в сумках? Какая-то штука. 6 печек. Ну вот, как можно на этом этапе... Кстати, вот это мне тоже уже не надо. Слайм шард. На этом этапе делать печки, а? Давать печки. Ну-ка, кстати, что там из них можно сделать? Вибрейшн шембер. Прикольно. Так, ват можно сделать, это можно сделать. А, кстати, можно же генераторов наделать каких-нибудь. Так-то идея хорошая, в принципе. Вот что, кстати, можно сделать. Эндер-генератор. У меня сиды растут же. Так, лава-генератор. Лавы тут тоже, кстати, немало рядышком. Но это, наверное, мы отложим на потом. Печки хорошо. Алмаз не нужен пока. Давайте посмотрим, что нам там дальше надо. Так, это надо выращивать, насколько я понял. All the item out everything. Вот этим бы тоже надо заняться. А вот что я точно хочу заняться, так это ME-системой. Вот это я точно хочу заняться. Flux Crystal. Flux Crystal, он, по-моему... А ну-ка, Flux. Так, там он, по-моему... FluX пишется. FluX кристалл. Да, вот такой. Так, он получается бросить один заряженный цитрус кварц плюс один незер кварц и редстоун даст в воду. Понял. Так, charged. Вот у меня есть charged. 32. Ну, хватит пока. Мне там что еще нужно? Редстоун. Тоже полстака тогда возьмем. И еще нужно что-то типа цитрус кварц какой-то, этот незер. Так,
Нет, он не так пишет. Вот Незер. Вот он. Так, тоже полстака. Так, и нужно его куда-нибудь налить где-то воды. Так, у меня где-то вот тут есть вода. Какая-то странная вода. Она откуда-то, по-моему, течет просто. Так, и где-нибудь вот тут мы ее нальем. Так, и кинем в эту ямку вот это все добро. Так, о, пошло работать. Так, забираем. И у меня стак флюкса, отлично. Отлично, так, что там у нас? А, флюкс можно выращивать, прикольно. Так, инскрайбер надо делать, потому что без них. Так, инскрайбер. Так, инскрайбер, да, где-то тут он должен быть. Сейчас я, наверное, его не так написал. Инскрайбер через вот. Кстати, вот эти платы надо забрать, чтобы потом не искать. И вот он, инскрайбер наш. Так, поршни надо мне сначала сделать. У меня их точно нет, я знаю. Дальше. Это что такое? Просто увидел незнакомую штуку. Так, дальше. Вот это. А, там же нужны со слизью. Раз, два. Так, и вот наш инскрайбер. Хорошо. Глядя, какое для него прекраснейшее местечко предусмотрено. Так, его бы еще подключить. Было бы вообще неплохо. А у меня-то кабелей уже нету. Как он собака, хотел сказать, называется? Energy can do it. Ender energy. Так, а ну-ка, energy can do it. Вот оно, вот так. А это как делается? А это как? Ой ты боже ты мой. Так, и что, просто его пережарить? Кстати, вот эту печку можно апгрейдить. Или я уже говорил вам об этом? Не помню. Так, а что там еще внутри? Что там еще внутри? Vibration alloy. Vibration alloy — это хорошо, но у меня есть только два. Как он там, кстати, делается? Эндер плюс энергетик. Так, ну ладно, мы в принципе такое можем себе позволить. Три штуки — это будет мало, наверное, да? Давайте сделаем 4, там два комплекта тогда будет как раз. Вот так. Так, я же надеюсь, правильно вообще рецепт выбору. Так, алойс он ли, ну? Да, но где-то у нас тут капаситор стоит. Чтоб побыстрее было. Так, а ну давай сюда. Так, и по идее вот таким образом я его смогу собрать. Вот и хорошо. 8 штук сразу, так-то нормально. Так, подключаем нашего красавца. Вот. Так, и он у нас заряженный. Ну и хорошо. Так, это сюда закинем. Что там, сумки? Откуда они у меня появляются-то? Не успеваю прям выкидывать. Так, это у нас есть. И где-то тут, наверное, рядышком поставим вот эти вот наши инскрайберы. Так, а чтобы из них что-то делать, понадобится, ну, например, тот же силикон. Так, а еще бы ему автоподачу бы поставить. Было бы вообще хорошо. Зря я его тут поставил, конечно. Зря. Надо поставить где-то его отдельно, чтобы можно было им отдельно управлять. Так, и вот, кстати, я не очень-то помню... Сверху, по-моему, слева и снизу, да, подача должна быть. Ну, вроде как да. Ладно. Так, хорошо. Теперь нам надо, скорее всего... Так, значит, это мы сейчас пока уберем. Так, голову тоже, чтобы не потерять, пока сюда. Сиды, это мы потом посадим их.
Так, вот у меня где инструменты, я их, наверное, сюда и положу пока. Так, 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 где там наша книжка? Так, это мы зачли. Флюксид. Ну, у меня есть флюксид. Зачем мне еще-то? А, они просто все равно дают. Так, Energy Acceptor. Acceptor так-то штука хорошая. Соединяет ME-систему с РФ. Так, Acceptor. Так, Acceptor делается из вот такого кристалла и из какого-то стекла, которое у меня почему-то нет, да? А, ну так, я могу его собрать? Стекла нет. Так, за это спасибо, конечно. Вот тут песочек бы желательно переделать. Так, эту штуку сюда. Эту, в принципе, тоже пока сюда. Золото тоже сюда. Так, спасибо. Так, ну сделаем сразу штук 12. Что там я делал? Acceptor. Acceptor, вот он. Есть. А, пик 1. Ну, генератор возьмем. Кстати, там нет места для моего новенького генератора. Случайно. Да что нету, есть. Так, а он же здесь выходит, а не заходит. Ну ладно, давайте переставим. Надо угля еще. Мне нужен уголь. Кол. Хорошо. Что там дальше-то? Acceptor сделал я. Ага, AMI-драйв. Вот, AMI-драйв, для него нужно что-то там, что-то там. Так, а ну-ка, драйв. Там уже нужны будут микросхемы, так и знай. Ну да, еще и алмазный, да еще и AMI-глаз кабель. Так, в общем, сделать алмазный принт и силиконовый. Так, а ну-ка, силикон. Так, возьмем силикон, также возьмем алмазиков. Так, и возьмем редстоун. Редстоун. Так, алмазные, они, по-моему, называются calculation engineering, по-моему, да? Да, алмазный это engineering. Так, ну попробуем замутить. Так, значит, ставим тогда, получается... А, инженерик, мне же еще силикон понадобится. Скрайбер силикон. Вот. Силикон. О, пошло дело. Так, вот это все можно, конечно, автоматически подавать. Откуда-то справа, да? Давайте попробуем. Что-то я так помню. Так, чест... Парочку возьмем. Так, где-то там мне ноду ставили. Давали. Так, и парочку этих возьмем. Так, попробуем автоматизировать вот этот процесс. Так, если поставить вот так. И поставить вот сюда ноду. И закинуть сюда силикон. То он вроде как будет подаваться сам. Ну что, норм. Во. Пошло дело. А чтобы забирался, надо справа. Опять тут этот генератор бедный. Не в тему. Блин, куда же тебе поставить-то? Вот надо вместо этого поставить. Так, уголючек отдай. Ты генератор хоть и хороший. Блин, что-то у меня аж глюкануло с ним. Вот, но не быстрый. Поэтому вот тебе уголь. Питайся. Хорошо. Так, сколько у нас тут уже? 6, 7... Хотя, зачем мне вытаскивать их? И что будет? Ну, в принципе, почему бы и не вытащить? Так, а вот сюда, надеюсь, оно не будет заходить. Конечно, будет. Если захочет. Так, а ну-ка, тут ключом можно как-то настроить, чтобы он не заходил сюда? Нет, нельзя. Ну, можно тоже его куда-нибудь вверх.
Ладно, это все будет потом. Так, что у нас тут с силикошками? Хорошо, есть, да? Так, тут уже ничего нету. Здесь последний силикончик делается. Так, это забираем. Теперь нам нужны... Ой, не доделал. Ну ладно. Теперь нужны алмазные. Да не... Ой ты, господи, это он тут накопил их аж 45. Так, алмаз. И тоже, наверное, вот так поставим. Так, нормально. Пускай пока делается. А мы посмотрим, что там у нас дальше. Кстати, вот этот флюкс. Флюкс надо сюда у меня закинуть. Семена-то эти. 4 уже. Так. Так. Ацептор пока мы отсюда отложим. Так, мы делаем эмидрайв, для которого еще понадобится кабель. Кабель. Ну, короче, вот такой типа. Ой, извините. Так, а для кабеля нужна какая-то вот такая штука. А стекла у нас, конечно же, нет. Так, наделаем их штук 18, например. Так, и из него можно будет сделать вот такое. Во, 64 кабеля, пойдет. Пойдет. Так, что там у нас со скрайберами? Так, и это есть. Вот. Так, все, с алмазами что, тоже последний? Последний, действительно. Так, забираем, это забираем. Так, ставим так, так и так. Пошло? Пошло. Мне пока что нужно две штуки, поэтому ничего тут мы автоматизировать не будем. Вот эти вот карты бы здесь поставить, оно побыстрее, конечно, тогда заработало. Ладно, еще парочку сделаем. Что так и знай, где-нибудь обязательно понадобится. Так. Все, делайся еще один. А мы пошли что-нибудь там крафтить. Амьедрайв мы пошли крафтить. Так. Кстати, этот амьедрайв, он мне вообще не нужен. Вот, спасибо, что ты мне тут так выставить решил. Что-то глючит вот эта вот система вся, если честно. Ой, а вот это я зря туда закинул, конечно. Ну да ладно. Так, сделали. Это мне все дают. Спасибо. Так, ME-терминал. А ну-ка, под терминал что там нужно? Терминал. ME просто терминал. Вот. Золотой процессор нужен, а для этого флюкс-дуст нужен. Флюкс-дуст делается из вот этого. А ну-ка, что там у нас... Люкс, дуст. 28 уже осталось. Это мало. Ну давай. Так, еще бы стекла сделать. Так, золотые. Золотые нужны. Скрабер золотой. Калькулейшн, логик, логик вот это. Так, и золото. Так, Inscribeback Logic и золото. Во, пошло. Делайся. В принципе, мне тоже, опять же, пока что-то один нужен. Или сколько там? Что я вообще делаю? А мне терминал, там два. Два золотых, по-моему, нужно. Так, ну вот тебе два золотых. Так, золото пока стой. Это пока стой. Так, силикон, редстоун... И... вот что я сделал зря. А ну-ка, силикон. Вот он. Так, это будет золотой процессор, да? Так, а ну-ка еще раз смотрим. Что я там хочу вообще? ME-терминал. ME-терминал. Так, одна панель... Тут, а, их три даже понадобится, да? А, тут нужно formation и... Ну, тоже золотой нужен. Так, а под это что нужно? Ну, под это вроде делается не очень сложно.
Хорошо, я тебя понял. Так, редстоун. И что там я еще хотел золотых наделать, да? Так, storage housing это чуть-чуть не то. Storage housing это, кстати, хорошая штука. Но ну, не совсем сейчас она мне нужна. Так, сколько у нас там времени еще хватает? Так, ладно, делай пока еще один. Так, два таких, два таких. Так, силикон, силикон. Так, вот так, так, так. Да, пока не автоматизируешь, это, конечно, будет всегда очень долго. Так, три штуки есть. Ох, не знаю, хватит ли мне сейчас всего. Не знаю, не знаю. Ну-ка, ME терминал. Так, для начала сделаем вот эту штуку. Есть. Потом сделаем вот эту штуку. Да что ж такое? Ох уж вот этот скрайбер. Вот же, что я хочу. Нет, видимо, не это хочу. А, он не определяет, золотой, не золотой. Так, Formation Core. И вот такая штука. Гляньте, что творит. Вообще, что хочет, то и творит. Так, оно так соберется. Гляньте. Как хочу, так и ворочу. Так, Annihilation, Annihilation. А мне нужно вот это. Вот. МЕ терминал, наконец-то. В принципе, все, я уже могу подключить систему вот ту. Так, это все надо закинуть туда. Силикон, редстоун, золото, кабель. Кабель тоже МЕ драйв возьмем. И, наверное, сейчас сделаем сразу диски. Какой из них взять? Да, любой. Сделаем 1К, 4К. 1К сторидж, а ну-ка. 1К. А чё, один он, ты не пишешь? Ах ты. Так, storage. Так, 1К storage. Ах ты, блин, тут процессор нужен. Ля, что за ME-система такая? Какая-то лагнутая. Так, вот это мы один возьмем. Мне ж понадобится там еще, так и знай. Ну, короче, на 1К мы сделаем. И туда всю эссенцию запихнем. Да, блин. Так, из него можно сделать вот этот 1К. Ты гляди, что творит. Ставит, что попало, и все. Так, 1К. Хорошо, хорошо. Сдали квест. О, нам дадут 2 еще. А, ну и теперь мы, собственно, можем и это сделать. Нет, если бы я не собирал 1К, тогда могли бы сделать. Жалко. Ну ладно, потом мы сделаем. Значит, мне что нужно? Мне что нужно? Мне что нужно? А мне нужен контроллер один. Кстати, контроллер я бы. А, у меня тут контроллер один стоит, да? Ну, внизу можно собрать один контроллер. Так, драйв есть, терминал есть. Кабель даже есть. Диск есть. Так, 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 так. Можно, в принципе, 1К наделать эти, да и все. Но почему нет? Это даже лучше, мне кажется. Когда 1К. Вот, а процессоров-то мы еще наделаем. Ладно, один оставим, пускай будет. Прикиньте, тут в сумке сейчас 4К, ага. 4К тебе. Так, ладненько, пошли. Пошли соединять. Значит, нам нужно сначала внизу контроллер забрать. А, еще ж какое-то питание нужно будет. О, привет, пацаны. А я им тут устроил моба-ферму тоже, типа. Промазал. Блин, и забыл, что я им тут устроил моба-ферму. И теперь тут моба-ферма. Собака. Тык-тык-тык. Скелета ты не достанешь. Ну, как я тебя сейчас факелом, а? Чуть не сгорел. Так, ладненько, ставим так, так, так.
Так, так. Привет, зомби. Да, я когда голову хотел найти от зомби, я здесь устроил моба-ферму небольшую. А потом, конечно же, да. Ля, они оттуда прямо идут, гады. Ну ладно, пускай идут. Так, а что мне еще? Ничего больше не понадобится. Контроллер там, амедрайв у меня есть. Кабель. Пиу, пиу, пиу. Это такой-то поди не понадобится. Это ж дуже умный кабель. Но все равно пригодится. Так. Мне вот интересно, сколько на нее понадобится энергии. И где бы ее взять. Да, наверное, лучше возьмем-ка мы, наверное... Вот тут вот генератор один, говорят, лишний. Так, а ну-ка. Иди-ка сюда-ка. Так, уголь залетел? Залетел. Так, пойдем, попробуем. А, мне бас нужен. Я думаю, что мне нужно будет? Конечно, чтобы из сундука-то вытаскивать. А ну-ка, бус. Бус, бус, бус. Причем импорт бус, да? Импорт бус. Ой, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Так, нужно этот импорт бас. Угу. Так. Так, импорт бас. Вот, что мне нужно будет. Мне, в принципе-то, дальше уже ничего и не нужно. Можно в эту же ME-систему запихивать все. Ну, если я кабель проведу оттуда сюда. Ну, другой вопрос. А зачем? Я еще думал, где мне энергию достать. Да вот же. Вот же все есть. Так, хорошо. Хорошо. Где у нас тут импорт бас? Мы его подключим вот так. Так. Здесь поставим контроллер. Контроллер, который уже заработал. ME Drive поставим тут же. Так. Так. В ME Drive ставим диски. Так. И поставим на него терминал. Проводок нужен. Так. И это подключим сюда. Чик. И здесь ставим терминал. Ура! Все пошло. Все пошло. Так, можно, конечно, ему поставить апгрейд на скорость. Но я так думаю, что он все-таки мне все перекачает сюда. Ну вот, жизнь наладилась более-менее. Так, только из него нужно сделать крафтинг-терминал, потому что это все нафиг не нужно. Так, и мне вот интересно, уже 54... А, это... 56 в 1024. Так, 5 типов. Ладно, ладно, вроде как все нормально. Если что, потом увеличим. Так, и вот этот вот, кстати, тростник мне понадобится скоро. Я его специально тут выращиваю. Так, ну что ж, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Так, что-то я такой голодный-то хожу. Надо на радостях поесть. А что-то я тут брал и что-то не использовал, наверное. Ну и ладно. Так, где мой сундук? Вот он. Так, пиццу съем, да? А, нет, я ее уже ел. Я вот гамбургер какой-то делюксовский. Вообще, можно вот этот вот... Гляньте, какую я штуку наворотил. 100% восстанавливает. Так, ну это будет слишком много, поэтому мы вот столько съедим. Так. Ну и пока хватит. Так, ладно, давайте посмотрим, что там у нас еще. Что там у нас еще? Нужно выращивать кристаллы. Вот это вот надо будет делать. А для выращивания кристаллов нужен специальный гроус специальный. Вот. Вот такая штука специальная. Так, а ну-ка, что-то мы можем ее собрать? Блин, как этот кварц-то делается вот так? Так, ой, что-то не то нажал. Флюкс кристалл. Да ты гляньте, силикон как ставится. Ну, как ты это делаешь, гад? Надо это все сюда, наверное, отложить, потому что оно будет все время лезть. Так, где наш флюкс?
Ага, вот у нас есть блок. И у нас есть флюкс-кристаллы. Они же должны быть. Чё, неужто нету? Так. Flux. Да, действительно нету. А куда же они делись? Вот мне как интересно-то сейчас стало. Так, ладненько. Ну-ка, чарджит. У меня чарджит этого нет. Мы сейчас его сделаем. А, я чарджит туда поставил дробиться. Вот я вспомнил. Я их все передробил в результате. Понятненько. Вот, кстати, еще стекло. Так, стекло мне уже не надо, а вот это надо просто разобрать. Так просто выгоднее немножко, чем дробить. Так, жалко, что у нас уже времени нет снимать, поэтому сейчас я, может быть, успею, конечно, эту сделать штуку. Так, мне нужно-то вообще что? Вот это кинуть вместе с адским кварцем. Вот с этим. И вместе с редстоуном. Вот с этим. Кинут водичку. Так, пошло вот это. Как хорошо, что они делаются быстро. Что их не надо выращивать. Так, а вот эти вот гроус мы, конечно, сделаем. Так, значит, это раз, два, три. Как там он, кстати, делается-то еще раз? Гроус. А что я три делаю? Мне же четыре надо. Ну да. Ну просто там... Так их можно даже пять сделать, да? Чтобы со всех сторон. Ну ладно, четыре, я думаю, пока хватит. Раз. Чего сейчас было? А, кабеля нет. Вы что, по одному? Ой. Так, о. И еще один. Ну, короче, явно тут какие-то у нас глюки. Так, 4 штуки. А у нас квеста такого не было, да, наверное? Так, у меня был вот этот квест. Так, ME-терминал. Я его, кстати, сделал уже. ME-крафтинг терминал. Надо вверху тут забрать, я так понимаю, и тогда будет все хорошо. Ну, из него сделать ME-крафтинг терминал. Так, а дальше Oven Mode Channels. ME-контроллер. Так, ME-контроллер нужно скрафтить причем. Так, ME-контроллер. Как он делается? С инжиниринг. Гляньте. Скайстоун блок. Всякую фигню мне сюда напихал. А, скайстоун блок, это, кстати, как раз правильно. А, тут нужно заряженные. Вот заряженные нужно сначала зарядить. Так, ну это мы их подключим, конечно. Где-нибудь вот тут, что ли. Пускай они... Ну да, где-то тут поставим вот эту систему всю. Да, вот, в принципе, можно вот так ее и поставить. Эх, черт. Не так я хотел ее поставить. Все, сам потом поставлю. На этом все. Спасибо, что посмотрели. И всем пока.